Российской женской поп-группе «Блестящие» более 20 лет. Яркое трио девушек появилось на российской сцене в 1995 году. Молодые горячие красотки в 90-е и 2000-е стали мегапопулярными. Под песни «Восточные сказки», «А я все летала», «За четыре моря», «Чао бамбина» танцевала вся страна. За эти годы состав неоднократно менялся. На сегодняшний день в группе 5 солисток. Спустя годы главной изюминкой «Блестящих» остаются несомненные их золотые хиты, эффектный вид и пластика. У нас гастроли, вот город за городом были, всегда некогда выдохнуть, остановиться. А в этот раз мы прилетели накануне, выспались, проснулись сегодня с утра, позавтракали и пошли гулять. И какой же, честно говоря, у вас красивый город, я это со сцены еще говорила. Это действительно восхитило, это не лесть. Все так красиво, чисто, как-то очень по-доброму. И восхитило то, что все в одном ансамбле, все дома, даже вот какой-то торговый центр, он тоже выдержан в едином ансамбле города, центра. Это очень здорово и прекрасно, мне кажется. Здорово, что все наши песни любят, ждут и подпевают. Не только припевы, но и все куплеты. И мы этому всегда очень рады с девочками. И для нас это большое удовольствие. Почему любят эти песни? Потому что в них есть душа. В них есть музыкальность, есть и стихи. И вообще, ну, просто все росли на этих песнях. Самое главное, что в чем секрет долголетия нашей группы и в чем секрет моей улыбки и радости моей работы в этой группе и почему я третий раз сюда вернулась. Это в девочках дело, потому что в каких бы составах я ни работала, у нас всегда внутри, вы не представляете, мы ждем встречи друг с другом, мы любим друг друга, у нас очень весело всегда вне работы, то есть вот какой бы состав ни возьми, то есть мы все дружим, мы там со многими девчонками общаемся. Есть песня, по которой просто блестящие, это блестящие. Да, есть, так получилось, что «Я все летала», она стала вот таким самым, над всеми хитами, которых группы много, да, «А я все летала» стала каким-то супер таким мега-хитом. Это одно, да, я ее люблю очень, ну, потому что я слова написала. Каждая группа, у которой много хитов, она оказывается немножко потом с каждым альбомом в заложниках у себя. Потому что вот на какой-то момент, когда у нас уже было много хитов и набиралось вот на полную концертную хорошую программу, нам приходило, вот мы выпускали, например, новый альбом, там было очень много клевых песен. Но они оказались неуслышанными. Потому что у нас уже было много хитов, которые хотели слышать в концертной программе. И как мы с Иванушками всегда, с нашими братьями Иванушками ржали за кулисами, что программу составляете? Нет, вычеркиваем песни. Потому что приходилось просто вычеркивать классные песни, потому что уже были хиты, которые люди хотят услышать. Поэтому будут и новые, будут и хорошо забытые старые, все будет.